Ежедневно при выводе твердых коммунальных отходов сотрудники МБУ «Зеленый город» сталкиваются с проблемой наличия в мусорных баках строительного и другого крупногабаритного мусора. Подобная безответственность граждан приводит к сбою системы вывоза ТКО в Каспийске. Сотрудники коммунальной службы наглядно продемонстрировали нашей съемочной команде, как техника попросту не способна поднять мусорный контейнер для выгрузки отходов. Причина – тяжелые мешки со строительным мусором в баках. Строительный мусор обязаны вывозить сами собственники. Его нельзя выбрасывать в мусорные баки, предназначенные для обычных бытовых отходов. В рамках жилищного законодательства это категорически запрещено. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы и взыскания. Отметим, что даже система штрафов многих не останавливает. Относится это и к частным перевозчикам, которые, вывозя строительный мусор по найму, не удосуживаются довести его до специально отведенных мест. Или ручную приходится разбирать, или приходится трактор самосвалом нанимать, ковшом вычерпывать его, грузить на самосвал, вот так вывозить. Это получается у нас перерасходы и нанимать технику отдельно. Хотелось бы обратиться к народу, чтобы они с пониманием относились и делали правильные выводы и вот свой строительный мусор не бросали в наши баки, которые предусмотрены для ТКО, твердых коммунальных отходов. Уважаемые горожане, выбрасывая строительный мусор в баки для бытовых отходов, помните, вы наносите колоссальный ущерб городской инфраструктуре.